На Московскую область обрушился самый сильный снегопад за последние 40 лет. Коммунальные службы работают в усиленном режиме. Уборочные работы на дорогах Ленинского округа ведут с 4 утра. На расчистку вышло порядка 40 единиц спецтехники. Первоначально мы отработали это Белокаменное шоссе, первоначально отработали проспект Ленинск-Комсомола, Советскую улицу и автомобильные дороги, по которым передвигается общественный транспорт, автобус. Кроме того, в управлении дорожного хозяйства и транспорта округа договорились с коллегами по поводу очистки региональных дорог. Каширское шоссе, Володарское шоссе. Также переговорили с федеральными структурами, те, кто обслуживает у нас федеральные трассы. Это А-105, там Симферопольское шоссе, Варшавское шоссе. Для максимального вывода людей и техники для проведения уборки. В течение дня коммунальные службы убрали большую часть снега. Движение автомобилей нормализовалось, а пешеходы смогли легко передвигаться. С утра уже чистенько все дорожки. И к церкви очень удобно. Дороги у нас, как можно наблюдать, чистые. Тротуары тоже, в принципе, до работы, до места учебы, куда люди, в принципе, ездят по утрам, по вечерам, они добираются спокойно. Уже завтра, когда столбики термометров опустятся ниже нуля, ситуация осложнится. На дорогах, возможно, гололедица. Поэтому пешеходов и водителей просят быть более осторожными. Юлия Стаферова, Сергей Ларин, Ольга Садовская, Видное ТВ.